Авиация, пожалуй, одно из интереснейших увлечений, которое захватывает умы многих людей. Одни любят смотреть на взлеты и посадки самолетов, фиксируя это действие на фотоаппараты. Их называют авиаспоттерами. Другие, если, конечно, позволяют финансы, обожают летать, отдавая предпочтение стальным птицам, как единственному средству передвижения. Ну а третьи обожают всяческие истории, связанные с развитием авиации. Редко кому удается зафиксировать полеты на самолетах на фотоаппараты и кинокамеры. Далеко не во всех авиакомпаниях это разрешено делать и не во всех странах. На это есть много причин, объективных и, на взгляд пассажиров, не очень. Но так или иначе, самым проворным все же удается снять удивительную по своей красоте картинку из иллюминатора лайнера. По приглашению финской стороны съемочная группа программы «Мир увлечений» отправилась на малознакомые большинству российских туристов в земли Северной Европы, а точнее просто Финляндию. Но путешествие предстояло выполнить не по общепризнанным туристическим маршрутам, а по небольшим регионам, находящимся в центре и ближе к северу страны. Даже, можно сказать, к заполярному кругу, куда редко ступает нога российского туриста. Добирались в центр Финляндии, совершив полет из Москвы до Таллина, затем воспользовались местными авиалиниями из столицы Эстонии на небольшом турбовинтовом самолете. Если погода будет солнечной и без ветра, то от взлета, перелета и посадки обожающие летать люди получают огромное удовольствие. А авиаспоттеры – уникальные съемки окружающего пространства. Первым гостеприимно принявшим нас городом стал Ювяскуля. Город с населением примерно 130 тысяч человек, расположен в самом центре Финляндии. Он образован в 1837 году, кстати, по приказу русского императора Николая I. Ну что же, город Ювяскуля будет настоящей находкой для людей, увлеченных авиацией, потому что здесь расположен второй по величине музей в Финляндии авиационной техники. Стоят на стапелях старые самолеты, принимавшие участие когда-то в боях за независимость Финляндии. Основная часть экспонатов авиационного музея расположена под крышей большого, светлого, сухого и теплого здания, напоминающего ангар, где когда-то проводились ремонтные работы самолетов. Ведь музей находится в пределах местного аэродрома города Ювяскуля. К сожалению, сетует его нынешний директор Мэклин Кай, бывший летчик военной авиации, далеко не все типы самолетов финских ВВС удалось сохранить и выставить. Все экспонаты подлинные, когда-то летавшие под руководством опытных летчиков. Вся выставка выстроена по времени с начала использования человеком летательных аппаратов и начинается с первого планера. Примечательно, что автор, французский инженер, построивший этот крохотный самолет, сам так и не полетел, потому что по большей степени он был теоретиком воздухоплавания. Гордостью музея стал вот этот военный самолет американского изготовления фирмы «Брюстер» 1937 года выпуска, на котором летал один из известнейших финских летчиков Лаура Пекуре. Ilmataistelun aikana ammuttua on ensin kaksi hurrikaania alas. И он сбил два урикана сначала. Hän sai 11 luodinreikää koneeseensa. И потом здесь 11 раз стреляли. Финны гордятся, что он сумел подбить несколько вражеских машин. В него самого стреляли и попали 11 пуль, но защита кресла спасла его от ранения. Самолет был подбит, но летчик выпрыгнул и, приземлившись, удачно добрался до своего аэродрома. Этот самолет практически сохранен без изменений с тех пор, как его нашли в одном из Карельских озер. Кстати, доставали эту машину в 70-х годах русские водолазы по просьбе американской стороны. До 2006 года самолет находился в одном из американских музеев. Лишь 6 лет назад передали в этот финский музей на временную экспозицию.
Пятая часть экспонатов музея составляет авиационная техника советского производства, начиная с кресел катапульта от военных истребителей, заканчивая секретными самолетами 60-х, 70-х годов прошлого столетия, в основном МИГами. Немало экспонатов было привезено в свое время из Советского Союза в этот авиационный финский музей. А так, например, вот этот вертолет Ми-1, одна из первых экспериментальных разработок, выполнена на заводе в Польше и затем подарена Никитой Хрущевым, это генеральный секретарь Коммунистической партии, в 1960 году финскому президенту. Но так как финский президент не знал, что делать с этой игрушкой, некоторое время этот вертолет просто стоял. Ну и затем уже обучили финских пилотов летать на этом вертолете, и он был уже передан в армию. Сотрудники музея гордятся недавно приобретенным авиасимулятором, в кабине которого порой забываешь, что это на самом деле большая компьютерная игрушка, но предназначенная для реального обучения военных летчиков. Настоящей находкой для увлеченных авиационной техникой людей будет вот эта радиолокационная техника, используемая в 80-е годы для обнаружения и ведения воздушных целей. Еще лет 15-18 назад эта техника считалась весьма секретным оборудованием. Для любителей собирать забавные истории, особенно для приехавших из России, гиды музея рассказывают исторический факт. В середине 80-х на правительственном уровне было принято решение передать вот этот советский бомбардировщик в финский музей, но с одним условием, что кабина самолета будет закрыта от глаз посетителей на протяжении 50 лет. Такая была секретность у советских военных. Сотрудники музея до недавнего времени четко выполняли условия договора. Хотя оснащение этого бомбардировщика уже в те годы на самом деле не представляло никакого интереса у спецслужб западных стран. Чтобы внимательно и досконально осмотреть все экспонаты авиационного музея, потребуется как минимум 3-4 часа. В настоящее время в Финляндии всего 2 авиационных музея. В основном это техника иностранного производства, ведь своих самолетов у финнов очень мало. Последние годы до музея в Ювяскале, что в центре Финляндии, стали доезжать и российские авиаспоттеры, любители пофотографировать авиационную технику, да и просто прикоснуться к раритетам и ощутить на себе дыхание истории авиации. Поэтому недавно экскурсии стали проводить и на русском языке. Однако это далеко не все, что мы хотели вам поведать о вовлечениях на финской земле. Продолжение следует.